Когда подпись поставлена, странная, как и все продавцы недвижимости, женщина говорит. «Поздравляю! Я за вас очень рада! Вы такой хмурый, а зря! Я отдала вам лучший объект по соотношению цена-качество!» Риэлтор вытаскивает из сумочки губную помаду и, не обращая внимания на теперь уже бывшую владелицу, продолжает басить. «У нас с вами, так сказать, ситуация вин-вин! Вы, кстати, с кем здесь собираетесь жить?» С дочкой, разглядывая детский сад во дворе, отвечаю я. А сколько ей? Три месяца. Как славно! Молодая семья! Поверьте, вы еще будете меня благодарить. За что? Как это за что? Я же вам рассказывала. Вы такой рассеянный. На лестничной площадке всего одна соседка. Она ни много ни мало. Одинокая, 91-летняя старушка, страдающая болезнью Альцгеймера. Это же настоящий джекпот! Подружитесь, перепишите квартиру на себя?» «Спасибо», — не поднимая глаз, зачем-то отвечаю я. Квартира пуста. Ни стула, ни кровати, ни стола. Я разбираю сумку. Прежняя владелица все никак не может уйти. Женщина стоит у окна и, гоняя по кругу воспоминания, словно утюжа белье, разглаживает мысленистые складки подоконника. Зря, я все равно здесь все поменяю. Вы сегодня один останетесь? Да. А спать-то где будете? У меня есть спальный мешок, электрический чайник. Если хотите, можете у меня? Нет. Женщина капитулирует. Я слишком молод для нее. Взяв под локоть бывшую хозяйку, риэлтор наконец покидает квартиру. Оставшись один, я сажусь на пол. Вот и все, думаю я занавес. Жизнь закончилась, жизнь начинается вновь. Трансцендентный ноль. К 30 годам я оказываюсь человеком с разорванной надвое судьбой. Мне предлагается попробовать еще разок. Я не знаю, что тут можно возразить. Самоубийство не мое, к тому же у меня теперь есть дочь. Едва ли я вспомню, о чем думаю в тот вечер. В голове туман, в луче света вальсирует пыль, больше здесь ничего и нет. Часовая передышка перед очередной попыткой жить. Первая история закончилась, вторая должна начаться вот-вот. Пропасть и подвесной мост в виде человека. Если хочешь попасть на тот берег, перекинь сам себя. У счастья всегда есть прошлое, любит повторять моя мама. У всякого горя непременно найдется будущее. Будто выброшенный крушением мореплаватель, я решаю изучить неизвестный остров. Город Минск. Зачем я вообще приехал сюда? Пускай и братская, но все же чужая страна. Красный костел и широкий проспект. Какой-то лысеющий поэт и гроб Дворца Республики. Десятки построек и ни одного воспоминания. Незнакомые окна. Чужие лица. Что это вообще за страна такая? Что я знаю про этот город? Ничего. Здесь у моей мамы вторая семья. Перед подъездом валяется стопка выброшенных книг. Я смотрю на одну из них. Якуб Колос. Новая земля. Поднявшись на четвертый этаж, я обнаруживаю на входной двери красный крест. Небольшой, но яркий. Наверное, риэлтор так пошутила, думаю я. Оставив у лифта пакеты, я принимаюсь оттирать крест, но в этот момент незнакомый голос за спиной говорит, ⁇ Что вы делаете? ⁇ Очищаю дверь, не поворачиваясь, отвечаю я. Зачем? Здесь какой-то кретин нарисовал крест. Приятно познакомиться. Кретин, о котором вы говорите, я. Недавно мне поставили болезнь Альцгеймера. Пока страдает только короткая память. Иногда я не помню, что случилось со мной несколько минут назад, но врач обещает, что совсем скоро испортится и речь. Я начну забывать слова, а затем потеряю способность двигаться. Так себе перспектива, правда? Кресты расставлены здесь за тем, чтобы я находила дорогу домой. Впрочем, судя по всему, совсем скоро я забуду и то, что они обозначают. Мне жаль, стараясь быть вежливым, отвечаю я. Бросьте! В моем случае только так все и могло закончиться. Почему? Потому что Бог боится меня. Слишком много неудобных вопросов его ожидает. Соседка опирается на трость и тяжело вздыхает. Я молчу. Меньше всего сейчас мне хочется говорить о Боге. Пожелав старушке добрых снов, я беру пакеты с едой и собираюсь войти в квартиру. Вы что же? Даже не представитесь? Александр, меня зовут Александр. И давно вы разговариваете с женщинами спиной? Простите, меня зовут Саша, и вот мое лицо. До свидания. Наигранно улыбнувшись, отвечаю я. Значит, то, как меня зовут, вас не интересует? Нет, не интересует. Черт, что же за назойливая старуха? Чего она вообще хочет от меня? Мне нужно попасть домой, закрыть глаза и, наконец, проснуться. Предыдущие 30 лет этот фокус срабатывал. Все самое жуткое, самое страшное все случалось со мной только во сне и никогда наяву. Я был счастлив и не знал скорби. Весел был и не знал беды. Последние месяцы выдались слишком тяжелыми. Черт, я просто хочу отдохнуть. Меня зовут Татьяна. Татьяна... Э, Татьяна... Ох забыла отчество. Шучу. Меня зовут Татьяна Алексеевна. Я очень рада знакомству с вами, плохо воспитанный молодой человек. А я нет. Правда? Неправда, мне просто все равно. Простите, у меня сегодня тяжелый день. Понимаю, у всех нас тяжелые дни тяжелые месяцы, тяжелые жизни. Очень приятно было с вами познакомиться, Татьяна Алексеевна. Всего вам самого хорошего. Счастья, удачи и всех жизненных благ. Язвлю я. Знаете, все это только начинается со мной. Черт, это по-настоящему надоедает. Сперва риэлтор, теперь это старушка. Я не хочу говорить, и соседка, уверен, чувствует это. Более того, понимая, что я воспользуюсь даже секундным люфтом, старушка ни на мгновение не замолкает. Да, все это закончится довольно быстро. Через месяц или два, совсем скоро от меня, как от человеческой судьбы, ничего не останется. Все дело в том, что Бог подчищает следы. Мне очень жаль, нехотя отвечаю я. Да-да, вы это уже говорили. Я быстро все забываю, но не настолько. Могу я посмотреть, как вы здесь устроились? Честно говоря, из мебели у меня только унитаз и холодильник. Мне нечего вам показывать. Быть может, через неделю или две хотите посмотреть, как живу я? Да, в общем-то, сегодня уже, наверное, поздно. Не стесняйтесь, Саша, входите. Нельзя сказать, что я счастлив, но просьбе старушки подчиняюсь. В конце концов, глупо спорить с выжившим из ума человеком. Соседка толкает дверь, и я оказываюсь в ее квартире. Все это больше напоминает мастерскую. Повсюду стоят полотна, ничего особенного. Я такую живопись никогда не любил. Бесконечные бледные тона. Безысходность в каждом квадрате, люди безлики, города бесцветны. Впрочем, я мало что смыслю в искусстве. Посреди гостиной висит темно-серый квадрат — «Собираетесь начать новую?» — заполняя паузу, зачем-то спрашиваю я. «Вы о чем?» «Я о холсте, что на стене». «Нет, она закончена». «Вот она что». «И что же на ней изображено?» «Моя жизнь». «Приехали». Фанфары скорби и пафос трагедии. Жилые люди склонны преувеличивать собственные несчастья. Моя жизнь. Дайте носовой платок. Нет-нет, лучше два. Старикам кажется, что беды случались только с ними. Я чуть было не выпаливаю, что по части горя многим могу дать фору, но вовремя осекаюсь. Мне, конечно, рассказывали, что Минск серый город, но не настолько же. В этой картине почти нет Минска. Я бы сказал, что в этой картине вообще ничего нет. Думаете, я ошибаюсь, когда говорю, что это моя жизнь? Ничего я не думаю. Думаете, вот шел я себе домой, никого не трогал, а тут на тебе. Наткнулся на безумную старуху, которая собирается проскулить о собственной судьбе? А вы собираетесь? А вам, значит, совсем не интересно? Нет, если быть совсем уж честным. И зря. Я хочу рассказать вам невероятную историю. Не историю даже, но биографию страха. Я хочу рассказать вам, как внезапно овладевший человеком ужас способен изменить всю его жизнь. Я очень впечатлен, но, может быть, в другой раз не верите. Ну что ж. Знаете, чуть больше года назад я стояла здесь же на вашем месте. Это было 31 декабря. Шел снег, и заканчивался 20 век. Натурально заканчивался, без гипербол. Оставалось всего несколько часов. Куранты готовились бить 12. Накачанный таблетками президент соседнего государства намеревался сообщить, что устал. В кухне работал телевизор, и в духовке, как обычно, что-то подгорало. Я ни к чему такому не готовилась. Ну, Новый год и Новый год сколько таких было в моей жизни. Наберет едвига, а больше и некому. Посижу с пирогом, посмотрю огонек, отмечу Новый год сперва по Москве, затем по Минску. Одним словом, я ровным счетом ничего не ожидала от конца столетия, но вдруг позвонили в дверь. Наверное, соседи, подумала я. До вас здесь жила очень хорошая и приветливая женщина, настоящая дочь коммуниста. Ее отец был партийной шестеркой, но она ничего, выросла скромной и порядочной. Вечно смотрела на меня щенячьими глазами, будто извинялась. В общем, я подумала, что она хочет попросить соль или что-нибудь в этом роде, но оказалось, нет. Оказалось, что пришел почтальон. Представляете? Настоящий. Тридцать первого числа. Принес.